Толкование, значение сна румяна. Снятся румяна по Сонику Миллера. Использовать румяна во сне говорит о проявленной нечестности спящего в достижении собственных целей. Вы можете пойти по головам, если только этого потребует ситуация, и часто вы не задумываетесь о последствиях. Проявите милосердие и терпимость, ведь от вашей одержимости собственными идеями могут пострадать любимые и дорогие вам люди. Именно это должно вас заставить остановиться и взвесить все за и против на жизненной чаше весов. Видеть румяна на другом человеке предупреждает от лицемерии в кругу знакомых. Кто-то с легкостью манипулирует всеми вашими действиями, и часто вы идете против собственных интересов и суждений. Вам предстоит разорвать этот замкнутый круг и найти того, кто искусно вошел к вам в доверие. Оградите себя от неприятных людей и следуйте только своим убеждениям. Тогда злоумышленник сам выдаст себя своим недовольством относительно новой линии поведения, выбранной вами. Сон про румяна по Сонику Фрейда. Размазанные румяна по щеке во сне являются предупреждающим знаком. На вашего спутника положила глаз его коллега или старая знакомая. Она может обладать стремлениями распространять о вас неблагоприятные вести, половина из которых будет выдумкой и провокацией. Старайтесь сохранять нейтралитет в сложившейся ситуации. В противном случае вы настолько погрузитесь в разбирательство, что упустите момент, когда отношения с любимым человеком начнут разрушаться и дадут внушительную трещину. Именно своим спокойным поведением вы сможете защитить себя от напасти внезапной конкурентки и сбережете взаимопонимание между вами и возлюбленным. Будьте выше сиюминутных порывов и не поддавайтесь панике. Спокойствие приведет к тому, что высмеянной за свое поведение окажется она, а не вы. Приснились румяна по Сонику Цветкова. Увидеть во сне румяна на одежде предвещает неблагоприятное стечение обстоятельств, при котором вы окажетесь в гуще событий. Вокруг вас начнут копиться интриги, и виной тому действия, произведенные ранее в коллективе. Вы не прочь сами были пообсуждать кого-то за спиной. Это привело к тому, что в рабочей атмосфере вы получили звание сплетницы и интриганки. Теперь любой ваш шаг также обсуждается коллегами, а многие моменты значительно приукрашиваются. Принимать сложившуюся ситуацию или нет, это решение остается сугубо за вами. Но информационный поток не будет прекращаться на протяжении пары месяцев. Чем больше вы дадите поводов к сплетням, тем более продолжительным будет время вашего звездного часа. Эзотерический сонник – румяна. Наносить румяна на лицо во сне предупреждает о возможном позоре, который вам предстоит. Вероятнее всего, жизненный промах будет связан с тем, что вы можете приукрашать информацию о себе и часто выдавать желаемое за действительное. В один из таких рассказов вы перепутаете сложенные о себе факты, но вас с легкостью вычислят. Для того, чтобы избежать ситуацию, перестаньте приукрашивать рассказы о себе. Вы тоже необычный человек со своими реальными достоинствами. Не стоит думать, что для того, чтобы вас полюбили, необходимы какие-либо неординарные заслуги. Друзья и близкие ценят вас за то, какой вы человек здесь и сейчас. Примите это. Пользоваться румянами в сновидении предвещает скорое веселое событие больших масштабов, которое вы посетите. Вас позовут на свадьбу или иное торжественное мероприятие, на котором будет много приглашенных и незнакомых людей. Вы отлично проведете время и сможете отдохнуть, избавившись в голове от проблем. Именно такого отдыха вы и заслужили. Наносить румяна грубой кистью и испытать неподдельное удивление. Вы попадете в ситуацию, при которой поворот событий станет настолько непредсказуемым, что повергнет вас в шок. Сказать приятным или неприятным будет удивление можно по деталям сна. Если румяна имеют светлые оттенки и едва заметны на лице, то грядущие события имеют благоприятное проявление. Темные тона и пестрящие цвета предупреждают, что удивление может перерасти в огорчение и даже напугать вас. Снятся румяна по Сонику мисс Хасси. Красить лицо румянами во сне к обману, который вы провернете в кругу близких людей. Нельзя назвать такое действие вынужденной мерой, но однозначно точно это будет осознанный выбор. Неблагоприятен тот факт, что обман рано или поздно вскроется и вам не удастся после восстановить дружественные отношения с другом или подругой. Естественные румяна на щеках в сновидении рекомендуют вам проявить осторожность.
Особенно это касается рабочих вопросов и дел, связанных с деньгами. Вам могут внушить ложные факты или попытаться обмануть вас при помощи каких-либо уловок. Всегда проверяйте поступающую информацию. Не стоит доверять малознакомым людям тайную информацию. Не рассказывайте, какими финансовыми достижениями вы обладаете. Пусть все остается в тайне. Проявленная бдительность поможет сохранить вам нервы и денежные средства.